2023 год женская сборная Республики Беларусь по гребле на байдарках решила завершить учебно-тренировочным сбором в Российской Федерации. Если точнее, в дагестанском местечке Шамиль-Кала, где есть Ирганаисское водохранилище, словно созданное для подготовки мастеров и мастериц весла. Здравствуйте, уважаемые болельщики и любители спорта. Женская команда по гребле на байдарке находится в Республике Дагестан, в поселке городского типа Шамиль-Кала. Здесь мы будем нарабатывать такие качества, как специальная силовая выносливость, мощность, сила. Тренировки проходят у нас на воде, в зале. Бегаем ускорение в гору. Тренирует нас наш тренер Геннадий Николаевич Галицкий. В помощниках у него Александр Михайлович Мызгин. Также с нами присутствует на сборе массажист Игорь Сергеевич Рабинок, врач национальной команды Анна Леонидовна Бондаренко. Что до спортсменов, то кроме Марины Литвинчук, это Ольга Худенко, Надежда Попок, Мария Коваленко, Вероника Леонюк, Алина Свита и Немержицкая, Инна Савчук, Елизавета Вилькова и Влада Скарганова. В общем, практически весь свет отечественная гребь. Погода здесь шикарная, условия тоже шикарные, еда, проживание, чистый горный воздух. Нам здесь очень нравится. О результатах на следующий год, я думаю, что это место нам придаст больше сил, уверенности для достижения хороших результатов. Ну что же, не сомневаемся, что наша девушка с веслом подготовится надлежащим образом, а база в поселке городского типа Шамиль-Кала еще не раз радушно примет выдающихся представительниц белорусской гребли на байдарках.